Дорогие друзья, в этой ужасной истории мы узнали сегодня рано утром. Расскажут об этом на телевидении или нет, мы пока не знаем. Подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше других узнавать интересы и новости шоу-бизнеса. Стало известно о том, что вчера вечером у себя в собственном бассейне едва ли не утонул известный российский киноактер, которого любит и знает вся страна, Даниил Страхов. Сообщается о том, что актер изрядно выпил со своими друзьями и решил искупаться в бассейне. Друзья вытащили актера из воды, так как актер не подавал признаков жизни. Была вызвана бригада скорой помощи, на которой актер был госпитализирован в больницу, где сейчас и находится. Об этом стараются не говорить, чтобы не получилось шумиха в интернете. Но мы упорно следим за данной трагедией, друзья. И уже готовим выпуск с подробностями, который выйдет уже завтра утром на нашем YouTube-канале. Оставайтесь с нами, смотрите наши новости каждый день.